Всем привет! У меня посылочка от Ирины. Буду распаковывать. Спасибо ей огромное за все. Сейчас буду распаковывать. И также я купила несколько, так сказать, ингредиентов для мыла. Так, это Савита. Не Савита, это Суалберис. Я уже все перепутала Савита. Так, сейчас все распакую, посмотрю, потому что мне нужно для работы. Так. Это. Это у меня. Производитель Франции, это ароматизатор мандарин. Вот, кстати, эту фирму я уже не раз беру, не знаю, кто это, тут заклеено, честно, по пузырьку. Так, тут как будто разлился, нет, он запакован хорошо, но ароматизирован прям вот весь бутылек. В общем, вот в такой бутылочке, 14 мл, так, фокусируйся. Никаких опознавательных больше тут нет, пластик. Вот, но я беру не первый раз, очень много я уже взяла на Валберес именно. У них часто бывают скидки, это не реклама, просто говорю, что я беру. И очень стойкий аромат, написано Франция, но вот, к сожалению, тут заклеен, не могу сказать, кто это. И подарочек положили вот такие вот штучки лаванды на семена. И также я взяла, так, все, да, больше ничего не положили, ну, еще бы, сколько можно. Так, и запаковано так вот, хорошо тут вот проклеено. Так, может быть, второй тоже не взяла, может, во второй будет видно. ИП Лештаев. Вот. Тоже Франция. В общем, мне нравится ароматизатор. Ой, у меня вот сухоцвета положили. Нет, там клевер. Кашка мы раньше называли. А я знаю, что даже кушали вот эти вот штуки. Особенно белый клевер. Ну, вроде как они съедобные. Не знаю, я не ела. Мы ели другое. Мы ели подушечки такие. Честно сказать, забыла, как называется в оригинале название. Но мы называли подушечки. Мальва, по-моему, да. Семена. Мандарин, ай, малина. Ну, в общем, что хочу сказать. У них это из дешевых вариантов. Вот, я беру, потому что с детьми еще занимаюсь. Они очень натуральные, потому что бывают другие ароматизаторы. Вот в жестком пластике. Здесь еще, кстати, мягкий пластик, очень хорошо. Брала другие всякие разные варианты. Они вот химозные. А здесь прям хорошие, хорошие. И взяла еще я пигмент для мандаринов. Для мандаринов. Запакован. Хорошо. Так. Тоже что-то положили. Подарочек любят сейчас класть некоторые продавцы. Очень приятно. Вот такой вот пигмент оранжевый. Турция. Я уже такой брала шоколад. Так, ничего не пролилось. Подобный, да, тоже такого же производителя. Это, кстати, у нас кто где? Кто где? ИП Бунески. Вот так вот. Это не реклама, опять-таки. Но то, что я брала, пигмент был очень стойкий. Я брала шоколад и вот взяла оранжевый. Посмотрим на него. Не знаю, не пробовала. Эти вот уже много раз брала. Спасибо за заказ. Так. Здесь вот такая рекламка довольно-таки дорогая. И упакованы с любовью. Упаковщик даже есть печать. Вот. И наклеечки на новогодние. В прошлый раз мне дали сердечки. Я в прошлый раз брала. Там брали тут на Америке, здесь у нас Рождество. Вот. А в прошлый раз мне дали сердечки. В общем, прям вот целый набор. Пигмент, отдушка и всякие штучки еще дополнительно дали. Так, это видео я, наверное, завершу. И буду распаковывать большую посылку отдельным видео.